Всем привет, друзья! С вами Неломоб, и мы сегодня играем в игру под названием We Happy Few. Мы остановились на том, что мы, короче, поняли, что нашей девочке, нашей главной героине сейчас совсем туго в этом городе живется, который зовут Салли Бойл, и она у нас химик, если вы забыли, что ей очень тут туго живется, и она решает свою дочь и, собственно, себя спасти от этого, от этой неприятности. И она решает, что ей нужно отсюда сваливать, а для того, чтобы отсюда уйти, ей нужно лодку. Так, подгузник. Нету у меня подгузника, мне не хватает для этого дела ингредиентов для подгузника. Это я точно помню. Мне не хватало вот такой изоленты. Будем ее еще искать. Так, еще секундочку. Подгузник, изолента, столы, канцелярские столы, карточные шкафы, комоды, ящики с инструментами. Ну, ничего такого не попадается. Ничего такого нету. Никаких тут такого ничего у нас... Ой, сесть не нужно. Короче, суть в том, что нам нужно отсюда сбежать. Нужно отсюда сбежать, и наша задача найти только способ с этим делом справиться, с этим побегом. Но вначале, чтобы мы смогли сюда сбежать, мы должны отремонтировать лодку. А чтобы отремонтировать лодку, нам нужно найти, короче, сейчас отправиться в лабораторию Фарадей. Помните, мы играли когда за Артура, то мы уже там, получается... Встречались с нею и помогали ей, и она в итоге от нас так обманула и убежала от нас. Вот. Но я надеюсь, что тут такого же Салли не произойдет, и нам Фарадей поможет. Так, ящики, комоды там писали. Так, это нельзя вскрыть? Нет. Короче, бежим к Фарадей. Фарадей у нас живет вот в этом домике, вот там ее. А как, сколько сейчас время? ПМ. Людей я не вижу. А, есть, ходят люди, хорошо. Сейчас все под контролем. Идем, короче, к миссис Фарадей. Только я почему-то не в ту сторону пошел. Нам лучше вот сюда двигаться, верно? Да. Тихо. Я не бегаю. Нет. Я не бегаю. Все под контролем, бабулька. Так, а что это на меня? Что это на меня? Не смотрите на меня так. Так, вот она. Вот в этом... вот в этой части. Сейчас надо повернуть будет направо. И потом повернуть налево. И мы будем двигаться туда. Бабочки вон летают. Так, где-то здесь наша Фарадей обитает. Уже недалеко. А ты знал, что мы счастливы немного? Вышла еще 2 года назад только в альфа. А распиарили ее, потому что 3 недели назад она в релиз вышла. Ну, конечно. Я же на ютубе даже выпустил сначала альфу, но я не знал, что она только через... Только вечером появится уже релизная. А потом уже начал релизную проходить. И альфа не была переведена на русский язык. Вот. И в альфе, по-моему, не было 3 глав. Была только 1 глава за Артура, если я правильно все понимаю. А тут уже добавили всякие вот такие новшества приятные. Так, сейчас на тот поворот будет налево. И мы, по идее, уже дойдем до дома миссис Фарадей. Этой девушки ученому. Только странно, как, почему она здесь обитает? Что это за дом такой у нее? Она же жила вообще в лесах. Я точно помню, что у нее там был... Ага, до какого-то времени, видимо, она жила здесь, на территории этого вот местечка. А потом, когда она начала возмущаться, ее там закрыли, заклинило. Так, вот он дом миссис Фарадей. Так, калитка. Открываем. Опа. Боже мой. Все заколочено, надеюсь, она не уехала в отпуск. Энни такая милашка, правда? О, не начинай, это было несколько месяцев назад. Я только танцевал. Так, внутри яма-то есть. Она тебя завела. Я только танцевал. Ты ее хотел? Не пойми меня превратно, я только танцевал. Я следил с лестницы. Джеймс, мне не нужен никто, кроме тебя. Там 2 мужика. Иисусе, ты всегда был красноречив. Она меня завела, но я только танцевал. Танцуешь со мной? Потанцуешь со мной, пожалуйста. Чтоб тебя, ладно. 2 мужика, короче, танцами там позвать. Ну уже, я знаю, что вы здесь. Джеймс, Роджер, это Салли Бойл. О, Салли, что ты здесь делаешь? Роджер, это Салли Бойл. О, Салли. Где доктор Фарадей? У нее все хорошо? Боюсь, она умерла. Тут был взрыв. Умерла? Джеймс, ты оглох? Это Салли Бойл.
She's not here. Ее здесь нет, она умерла. Джеймс! Джеймс! Она сказала, что погибла при взрыве. Ах! She's right upstairs. Она наверху. Роджер! Роджер! Она сказала, что она умерла. Нормально? Так, верстак, осмотреть. Так, ага, помню эту. Механизм управления. Помните, мы играли за Артура? Сыграть аккорд. Вот только посмотри на себя. Тебе приходилось слышать о тарте жены констебля Россити? Огонь, пепел, обыскать, древесный уголь. Ой. Я должен обязательно с ними биться. Это же будет, наверное, ошибка. Ой, его с одного удара вынес. Не хочу драться. Куда тут можно спрятаться? Ой. Зачем же я с ними затеял эту драку? Ну, видимо, по-другому уже не обойтись. Это провал миссии. Фарадей сейчас меня, наверное, не погладит по головке за то, что я ее охрану. Нужна виниловая пластинка. Так. Доктор Фарадей на втором этаже. Где-то на туточке. Но мне нужно попытаться... Ух ты, бумаги какие-то. Утка. Они заперли доктор Фарадей? Но почему? Этот дом такой же... по виду, как был тот дом, в котором мы уже раньше находились. Но он сейчас находится в этой точке. Он по своей структуре такой же. И шест такой же. Может, я просто... Я ничего не понимаю. Мы же сейчас находимся ровным счетом в этой точке, где был город, где Артур ходил. А тут не было тогда этого дома. Как будто бы как-то оно перенеслось. Странно. Механизм управления ловушек. Так, вставать нам надо на... Не надо тут нам долго сидеть. Так, лопата. О, изолента была! Кажись, я нашел изоленту. Наконец-то! Так, все. Я теперь могу сделать, по-моему, памперс. Да, подгузник, наконец-то. Изолента одна штука. Опа, готово. Так, а это можно было, кажись, украсть. Замыкатель. Возьмем его, пожалуй. Он в будущем может нам пригодиться. Аккумуляторы разряженные мне не нужны. Кнопка. Ой, открыть. Тут все рвануло. Подождите-ка. Доктор Фарадей? Это Салли Бойл. Подождите-ка. Доктор Фарадей, Джеймс сказал, что вы живы. Да, трое могут хранить секреты. Только если двое из них мертвы. Вот она, все. Вы прячетесь в собственном доме? Я не люблю людей, и всем от меня что-то надо. Они мешают мыслительному процессу. Какая жалость, я вот люблю людей. Раньше у меня была замечательная коллекция пластинок. Они помогали мне отвлечься от помех, но все пластинки взлетели на воздух вместе с домом. Что вас сюда привело? Кого вы слушаете? А, немного неловко признаться. Притворщиков только ранних, пока Ник не продался. Песню единорога, знаете? Единорога, песня? Моя любимая. Когда я слушал ее в последний раз, я придумала совершенно гениальную формулу. Видите ли, я тут конструирую в некоторых вроде портал, и неважно, идею я упустила, когда лишилась пластинки. Я знаю, где взять копию. Думаю, я сумею ее для вас достать. Да ну, если я снова услышу эту песню, то вспомню, что собиралась сделать. Так работает мой мозг. А вы можете сделать мне мотор для бристольского пилота? Лодочный мотор? Я уже делала вещи куда сложнее лодочного мотора. Я-то думаю, вам нужно что-то позаковыристей. Договорились, вы принесете мне песню единорога, я сделаю мотор для лодки. Поговорить с Фарадей. Песня единорога, ну и мерзкий мотив. Наверное, только сам Ник во всем Веллингтон Уэллсе еще не спалил эту запись. Ужас, сколько раз не приходилось ее слушать из-за него. Но мы хотя бы были под кайфом. Но ни за что мне его не отдаст. С другой стороны, когда я прихожу, он почти всегда валяется без памяти. Пока он спит, я могу его украсть. Где-то там у меня ключ-карта, которую он мне дал. Она ведь в чемодане, который я отнесла патрульным. Какого черта я ее там оставила? Зайти в дом Ника Лайтбер, прийти к полицейскому гражданину не обязательно. Так, его миллион раз проходили, и вторую часть тоже. Для меня первый Новый Паук — лучшая игра про паука. Надо будет потом ему напомнить. Так, кстати, Нил, поиграй в Нового Человека-паука. Первого, потому что его нету на четвертой плойке дозы. Это Человек-паук? Человек-паук, Человек-паук. Фарадей, дом Фарадей.
Какая-то записка, все перечеркнуто. Ага, что там нельзя и кушать. Хорошо, нам нужно найти, зайти в дом в лайбери и прийти к патрульному гражданину. Это какие-то два задания, по-моему, они касаются друг дружку или не касаются. Этого я пока не знаю. Но пока что давайте будем двигаться к дому Фарадей. Наверное, мне стоит вначале там попытать свою удачу. Итак, в принципе, нам вот злая Фарадей прийти к полицейскому гражданину не обязательно. Он по пути, в принципе. Мы можем двигаться сразу же и выполним и то, и другое, если так разобраться. Так, поворот направо сейчас. Так, я хотел когда-то еще, поскольку скоро выходит этот самый новый Человек-паук. Выходит, но у меня нету PlayStation 4, чтобы в него играть. Я думал хотя бы пройти Amazing Spider-Man. Я его до конца так и не прошел, но снимал парочку серий только. Так, значит, нам нужно двигаться сейчас куда-то вот сюда. Вот злая Фарадей, патрульный. О, этот робот, он вечно меня ругает. Что-то мы можем тут принять сейчас какую-то таблетку, чтобы мы их обманули? Радостин и укол. У меня нету этой таблетки, которую мне надо было бы принять. Так, значит, робот тут стоит. Но он меня сразу же, по идее, заметит. И поднимет. Поднимет. Так, все, очищаю. Кажется, нас заметили. Так, это, конечно же, очень плохо. Мне нужно куда-то спрятаться. Не, только не сюда. Нет, не бейте меня, пожалуйста. Только не бейте. В урну. Спрятаться. Да что ж такое, бясь. Вы на виду, вы не спрячетесь. Господи. Сколько можно меня... Ой, боже мой. Там кого-то током жахнуло. По-моему, этих людей током поджарило. Так, а я тут смогу спрятаться где-нибудь? Ой, я сейчас сам себя загнал в тупик, кажись. Ой, попали по мне. Тихо. Прячемся. Может, стоит обратно вернуться? И в урну залезть быстро. Да я не могу на виду. Ай-яй-яй-яй-яй. О, есть. Спрятался, наконец-то. Ты что-то имеешь против Человека-паука 2000? Ты не человек. Нил, это не тебе, это наши разборки. Понял. Значит, сейчас мы подождем, пока они успокоятся. Я надеюсь, что это не будет очень долго. Но они ввязались в погоню, пошли меня искать. Кричат, как сумасшедший. По-моему, он меня даже видит. О, все, успокоились. Полицаи все тоже угомонились. Ну и славненько. Значит, выходим сейчас и идем себе спокойно дальше. Надеюсь, что на этого робота я сейчас не попаду больше. Так, вылазим. Карта. Вот, мне нужно как-то попасть, получается, в эту точку. Тут у нас смотритель. То есть мы можем, по идее, это сзади обойти. По идее. Попробовать можно. Это дело... Ой, а чего вы так все тут куда ткались? Раскричались, как сумасшедшие. А чего они все кричат, крезанные? Вот этот смотритель там стоит. Он по-любому меня заметит. Что я какой-то не такой. Так, а тут я не пройду, потому что здесь нужно быть под радостином. Но я могу, в принципе, испортить механизм. Как раз тут никого... А, нет, вот есть. А я могу подкупить. Подкупить виски. Держи виски. Оп. Напился мужичок. Все, не перебухой. А теперь я могу это вот взять... И сломать, по идее. Меня не должен он поругать. О. Все, защита отключена. Тихо, все хорошо сработано. Подкупил полицая, напоил его. И все сработало. Так, тут у нас радостин. И мы, получается, сейчас сзади обойдем эту всю точечку. И придем сейчас в дом Ника Нейбла. По идее, я все сделал четенько и правильно. Мусорный воин. Ну, меня мусорка спасла, между прочим. Как бы там ни было, она меня спасла. Так, вот это охранник. А тут, получается, дом Ника Лейбла. Вот это он. Детектор отказчиков. Так, а почему я туда не могу пробраться? Денджер. Внимание, писала. Шокохлысты бегут от отказчиков. Полиция. О, тут же ж можно наверх залезть.
Я заметил это дело. Так, там какая-то табличка писала. Опа, дырка, дырка. Ох! Я успешно пролез. Я вспомнила, меня возили в той машине, как какого-то героя-завоевателя, а я только хотела, чтобы там все побыстрее это закончилось. Просто выглядело из головы, что в чемодане что-то лежит. Зайти в дом Ника. Так, зайти в дом. Зайти в дом. Так, а дом у нас, собственно, с правой от нас стороны. Вот это и является и дом. Хорошо. Карта говорит, что это на... А я же не могу его душить никак. Он один здесь стоит. У меня нету шприца, чтобы его нейтрализовать. Давайте поглядим, что у меня из яда есть. Может, я могу что-нибудь скрафтить такое? Шприц? М-м-м. Ничего такого нету. Как же мне тогда его вырубить? Поговорить могу только с ним. Это плохо. Это очень плохо. Падай вниз. Падай вниз, сказал. Все, там и сиди. Ой, еще и подпрыгивает. А там еще один полицай, он, смотрите, ходит. Он кругом все обходит. Он все-таки мне... А он другому сейчас скажет или не скажет? Не, он ничего ему не сказал. Ну ладно, тогда давай драться. Подожди, может, у меня есть какое-то оружие поинтереснее, чем эта палка несчастная? Это оружие имеет столько урона. О, а лопату я не могу брать. Оно слишком для меня неженственное оружие. Бум, бум. А теперь моя очередь. Толкай его. И по башке ему. Но, но. Толкай. О, он меня сбросил с ног. Ой, ты негодяй. Толкай. Теперь я тоже толкнуть могу тебя. Все, минус полицай. Может, у него дубинку заберу? А то, как бы там ни было, невидимка яблоко. Берем. Удерживать. Ой, кажется, нас еще один мужик заметил. Че, будем драться? Только не бей. Ой, ты же че бьешь женщину? Салли Бой, как ты посмел? Ах, ты негодяй. О, толкает меня. Я тоже тебя сейчас толкну. На, на, на. О! Толкай, толкай его. Так, и по башке. Все, вырубил. Полицая трубой. Невидимочка. Так, и что же мы тут имеем? Двери, которые мне не, пока что не поддаются. Фу, а для чего же я-то все чудил? Может, внизу какой-то был проход дальше? Давайте спустимся, поглядим. О, машина. Ух ты, чемодан. Ключ-карта от черного хода дома Ника. А вот ключ-карта Ника. Боже мой, что же никто не придумает платье с карманами? Так, все, есть у меня теперь карточка. Ключ-карточка от заднего. Так, зайти в дом Ника. Теперь нужно найти... Ух ты, кнопка. Что она дает? Два мужичка. Значит, мне нужно как-то теперь эту карточку эту где-то применить. Здесь, что ли? Не-а. А как же тогда? Ну, можно там где-то к тем пойти дядькам внизу, которые двое было. У меня, кажется, опять заметили. Но где-то здесь должны быть какие-то двери, чтобы я мог зайти. Они бегут ко мне. Что вообще происходит? А тут как-то может, можно было открыть. Надо, видимо, с ними драться. Скорее всего, мне без драки с ними не обойтись. Просто у меня труба, она, в принципе, еще крепкая. Ладно, идем наваляем этим двум мужичкам. Пошли вниз, значит. Тут мы никак не пройдем. Только если спустимся вниз. Скорее всего, это единственный вариант. Сейчас. Мусорные. Мусор. Привет. Не-не-не. А я, может, какую-то одежду нужно одеть специальную? Да нет. Это что такое валяется беленькое? Это маска чья-то? Почему вы маску сбросили? Я не понял. Ребята. А я не могу их подкупить? Никак. На тебе. Ой, не попал. Ой, ой, ой. Вы чего такие драчуны оба? Дяди. Вы чего такие драчуны? Боже, машут, машут. Теперь моя очередь бить. Бум. О, я его 4 раза уже ударил, по-моему. Или 3. Бум-бум. Теперь моя очередь. О, минус 1. Бум-бум. Бум-бум-бум. А он везде блоки ставит. Раз, два. Пробил блок. Атака. О, попал. Он очень хорошо блокирует удары все мои. Теперь моя очередь. 2. О, все, вырубил. Что у вас там в карманах интересного?
Ну да, а может они дерутся. Невидимка, отмычка, перо. Здорово. Салли всех наркоманов перебьет. О, карта. Взломать нужна электроотмычка. Провести картой констебеля. У вас ее нету, да? Мусорное ведро. Дверь непонятная. А тут мы, короче, будка отказчиков. Ну мне сюда, по сути, по идее. Так, и что мы тут должны теперь заполучить? Какую информацию? Радио тихонько, не привлекаем внимания. Сигнализация яблока. О, мы это должны вырубить, по идее. У нас такой есть механизм волшебный. Опа. Так, виски берем. Шкафчик. О, изоленту нашел еще одну, видели? Подобрал. Изолента, ух ты, кнопка. Нажать, ничего не происходит. Зайти в дом Ника. Зайти в дом Ника. Давайте глянем на карту. Где у нас дом Ника? Зайти в дом Ника. Злая Фарадей. Ага. То есть, а для чего я сюда пришел? За просто за этой карточкой, видимо, да? В чемодане. Теперь благодаря этой карточке мы можем, собственно, зайти в тот дом сам. Понятно. То есть я с ними дрался, походу, зря. Ну ладно. Не страшно. Зато я потренировался. Как драть задницу полицаям. Так, тут никого хотя бы сейчас не будет из подозрительных особ. Так, смотрим на карту теперь. Мне нужно спуститься вот в эту, в этом направлении. Так, идем. Фух. Мой рофл не понимает. Маленький подписчик Нилмопа. Типа всегда дерутся, это не то, что ты подумал. Есть виски, где мартини? Нет, только виски. В этой игре только виски встречалось мне. Так. Вот это, по-моему, дом, который нам нужен. Ух ты, тут какие-то длинные эти полки. Странные. Ой, а неужели нужно будет туда наверх ползти, паркурить? Ой, па, защита. Детектор отказчиков. Open. Ну, кажись, мне нужно туда попасть. Кажись, но это не точно. Сейчас будем разбираться. О, задний двор. Карточка. Жик. Опа, ключ, кажется, мы применили. Так, есть. Дом Ника мы зашли. Найти песню единорога. Так, ну мы можем тут еще кое-что поискать. Например, изоленту где-нибудь. Изолента нам для памперса нужна будет. Вы помните, сырое мясо он нашел. Мусорка. Яблочко. Лоскуток ткани. Стакашки какие-то. Ну да, как всегда, экстравагантно. Неудивительно, что служанка уволилась. Тут бардак. Ух ты, зато здесь тут есть пустые шприцы, банки, гитары вон, микрофон. Можно спеть песенку какую-то заводную. Дверь. Взламываем. Там может быть что-то важное и интересное. Просадки из-за растительности FPS. О, на самом деле, скорее всего, компьютер у меня... Ух ты, не тянет. Полно всякого добра нашел. Боже мой. Это кто такой? Это Ник? Это Ник Лай без сознания. Под кайфом валяется. Пустой шприц. Походу он реально нарик. Нарик, нарик. Либо не знаю, под чем он там. Так, а тут мы пройдем? Взломать. Нужна электроотмычка. Не получается с этим делом справиться. У меня там столько навыков появилось. Я что это я все дело не прокачиваю? Вы молчите. Скрытность. Покупаем. Покупаем. Вот это. Язык без костей покупаем. Скрытный вор покупаем. Мне тут, я тут уже, наверное, могу все прокачать себе. У меня столько очков много появилось. Теперь ночью я более буду скрытный. Это что такое? Ничего интересного. Чтобы меня не сильно не замечали все. Ну, может быть, и не все прокачаю. 8 очков. О, носите двойной урон врагам, которые вас не видят. Сзади можно сильнее лупить их. О, кажись, очки теперь уже все. Что вот это можно купить? Учитесь выглядеть как свой в доску, даже если это не так. Ну, о! Скорее всего, надо смотреть в его тайном логове. Как же мы туда попадем? У него всегда была какая-то скрытая кнопка. Найти скрытую кнопку нужно теперь. Это что такое? Так, тут что-то сгорело. Какие-то рукописи. Это кладовка, что ли? Заброшенная кладовка, судя по всему. Закрываем, посмотрим вот здесь.
Не, надо наверх, скорее всего, бежать. Парфумчики нашел, парфумчики. Столик, пустая баночка какая-то. Буфет, флягу, в которой мы нашли. У нас сыграть, по идее. Ух ты, тут целая сцена. Ник. Ник, это твоя сцена? Барчик обыщем. Тут посмотрим. Можно даже спеть? Hey guys, сейчас я буду концерт вам устраивать. Давай ты мне денег. Буду вам, для вас спеть. Обыскать. Личный сейф Ника. Запер. Нужен доступ кода Ника. Радостин. Флэш. Таблеток полно. Кучка монет. Но явно он тут ведет нездоровый образ жизни. Таблеток полно, радостина полно, всякого непонятного. Опа! Кажется, мы нашли какой-то секретик. Так, что это такое? Получить доступ к тайному логу. Нажмите на кнопку. Так, я нажал или не нажал? Что произошло? Что это дало? Wow. This is a clever hint. Надо же, как хитро. Песня. Так, подождите-ка, что это означает? Почему я три гитары повернул? Почему я повернул три гитары? Так, и что-то все значит. Подождите-ка, где-то должна быть подсказка какая-то. А! Ага. Ух ты. О, ё-моё. Это что такое? Лифт? Убежище? Ничего себе, куда это я зашел? Найти песню единорога. Так, это подняться обратно. Это присесть, встать. Все, пошли. О, мы как будто бы какая-то самая. Агент 007, Джеймс Бонд. Я бы сказала, это уже паранойя. Но он там... Что он там принимает? Это нужно сейчас все перепрыгивать, чтобы не зазвенела сирена. Опа. Приседаем, как ниндзя. Ой. Это еще был звук. Перепрыгнуть. Ой. А у меня жизнь это забирает, да? Подождите, мне это не нравится, что у меня это жизнь забирает. Лазеры, стоямба. У меня есть какое-то лекарство, чтобы я себя подлечил? То сейчас еще гикнусь. Надо, наверное, отсюда перепрыгивать. А я могу наверх залезть? Не. Опа. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Пошли сюда в уголочек. Опа. Лазеры пошли. Оп. Ху. Кажется, мы прошли это все. Пульт какое-то управление, урна. Чай. А почему это все? Рябина. Какие-то манекены, шприцы, везде кругом шприцы. Ого ж эти наркоманы. Рябина, виски. Везде кругом шприцы. А зачем? Мне нужно было здесь эту пластинку найти, я так понимаю. Пластинка, ты где? Бабочки, зачем мне эти бабочки? Зачем мне эти шприцы? Вы мне пластинку дайте. Ключ картой провести. Гитары. Какие-то кнопочки непонятные. О, нашел. Не могу поверить, что кому-то вообще нравится эта песня. Кроме Ника, конечно. Доставить песню единорога Фарадей. А теперь нужно так же само только обратно топать. Это же сейчас будет очень опасно. Так, ну ладно. Не, эту банку я тоже заберу. Отбеливатель. Покажи там, для чего-то мне нужно было это. Наркопритон. А, нет, все эти лучи отключились. Ну и хорошо, а то я уже было испугался, что сейчас будет какой-то кобздец. Что мы сейчас будем идти, меня тут уничтожат. Памперсы у меня есть. У меня есть пластинка, то есть я смогу за своей дочерью проследить. То есть заменить ей памперсы, поухаживать за нею. Так, поднялись. Но мне бы хотелось бы, честно говоря, еще на Ника посмотреть еще раз. Или ну его, на пианинке сыграть. А то он там... Бедный несчастный где-то в ванне бултыхался. Взломать замок. О, давайте туда пролезем, мы тут не были. Ник из Битлза. Ну все, может быть, тут такая обстановка. Ух ты, тут походу они занимаются чем-то для взрослых.
Кровать такая. Ну все в шприцах, все в этих вампулах непонятных. В радостине, полно радостина везде валяется. Виски, алкоголь, ну вы поняли. Еще и портреты Ника, гляньте-ка. Виниловые пластинки. Ну понятно, короче, что тут происходит. Тут, ой, еще какие-то записки. Возьмем записки. Правда, читать их не совсем мне желание есть сейчас. Потому что у меня полно дел. Мне нужно сейчас... Что ж так проседает игра? Я чувствую, как она немножко подвисает. Тут есть стол, за которым работать я не могу. Так, теперь нам нужно, собственно, карту открыть и отправиться к этой Фарадей. Чтобы мы ей, собственно, вернули пластинку, которая ей так нравится, эта песенка. Когда мы ее вернем... Это кто такие? Твою мать. Парни, смотрите, к нам, как нам повезло. Может, не будем повторять старых ошибок? Вы ведь помните, что было в прошлый раз? У меня с памятью полный швах. Хуже только с самоконтролем. Факт остается фактом. Вы без разрешения продаете фармацевтические препараты на территории. Вы не заплатили за эту привилегию. Ладно, потанцуем. Ой, начинается, походу, драка. Три мужичка напало на меня. Бум, бум. А их тут три или их больше? Что-то как подвисает немного. Пропадают кадрики. О! Есть. Толкаются. Зря. Толкаются. Напали какие-то мужики непонятные. Один даже в шапке танкиста или летчика. Отдай шапку. Не пригодится она для World of Tanks. Отдай шапку. Ой, попали. Можно было от них убегать. Мы же не ищем легких путей, правда? Зря ты это сделал. Видели, трубой прям по башке ему попал. Чего толкнуть этого? И по башке ему заехать. Так, все, справился. Что там я не успел прочитать, что она сказала им в ответку. Но мы, короче, с ними справились. Только ночь меня смущает. Теперь никого нету. А где мне тут ночевать? В принципе, надо идти прямо по курсу. И мы, по идее, если мы не нападем, не встретим по дороге полицаев, то будет хорошо. Фу, ночью никто... У них запрещено ночью здесь ходить. Так, прячемся пока сюда, вот. Полицаи. Все, можем, в принципе, топать понемножку. По чуть-чуть, не спеша. Вот, 70 метров мне осталось до того момента, чтобы мы добрались. Ой, нас заметили. 50 метров. Где-то здесь ее домик. А, мы не с той стороны, кажется, пришли. Ладно, да, обойти это все дело. Лучше бы карту, конечно, я открыл. Ага, видимо, я правильно иду. Где-то здесь вход в ее дом, в ее жилище. Миссис Фарадей, я где-то уже рядом. Миссис Фарадей. Где ваш домик? Вот он, кажись. Это, кажись, он. Какая-то музычка играет. Экраны меня замечают. Вот он. Заклинило. Надо было с другой стороны как-то мне открыть эту дверь. Ладно, идем через задний двор. Так, она на втором этаже ждет мою пластинку. Миссис Фарадей, я уже рядом. Дом такой же, как и был раньше. Как это так могли они сюда дом перенести? Что-то не клеится немножко по сюжету. Ну ладно. Вот, я принес пластинку. Стой, не уходи. Ну, мне кажется, Ник из Битлз. Техно, привет. Вы достали пластинку? В самом деле, нашла. Великолепно! Наконец-то я смогу создать портал, а не обращать внимание, А мой мотор, вы его сделали? Ха-ха, да, лодочный мотор, вот, пожалуйста, я знаю, чей это бристольский плод. У меня другие планы. Ваши планы включают порталы? Умная девочка. На удивление, компактный для лодочного мотора. Так, у меня есть лодочный мотор и инструкция. Теперь остается лишь этот чертов генеральский ключ. В кабинете в лагере его нет, иначе я бы уже нашла. Насколько я знаю, ключ у него в убежище. Убежище?
проникнуть в убежище Бинга. То есть у генерала какое-то есть убежище, в которое нам нужно будет проникнуть, чтобы мы, получается, взяли и, собственно, взяли ключ от этого, от самой лодки. То есть у нас уже есть некоторые вещички от лодки, именно мотор, инструкция, как это все дело сделать. Теперь нам нужно будет проникнуть в его убежище, чтобы этот ключ взять, а потом, наверное, мы заберем нашу дочку с дома и уже, собственно, потом пойдем туда на базу эту военную, в лодку и будем убегать. А что будет дальше, я не знаю. Это мы уже узнаем с вами в следующей серии, а пока что будем завершать. Всем спасибо за просмотр, увидимся в следующем ролике. Пока-пока.